Продолжаем подготовку окончания радиусного гребневого пальца. И сейчас по разметке мы добавляем еще 10 миллиметров к той линии, которую мы отмерили. И сейчас подрезаем радиусными ножницами нашу линию реза. Делаем это не спеша, потому что это нужно сделать без заусенец. И первый грубый рез, и потом все заусенцы, которые мы сделали, мы их подрезаем. Вот еще посередине немножко заусенца тоже надо срезать. Таким образом подготовили картину. Я бы еще нахером прошел. Ну ладно. Еще раз подрежем. Немножко здесь остались заусенцы. Вот сейчас все нормально. И сейчас начинаем отгибать нашу кромку 10 миллиметров на радиусном окончании гребня специальными такими щипчиками удобными и молотком немножко растягиваем железо в этом месте. Далее мы отгибаем кромку для того, чтобы нам сразу картину установить по месту при помощи кровельных конвертных клещей. Отгибаем по линии гиба, которую мы отмерили. Делаем это не спеша. Железо у нас 0,50. Ну и чтобы немножко это убыстрить, можно киянкой установить на край кровельного рабочего стола и киянкой это все отбить. Теперь мы ставим картину по месту и проверяем, все ли у нас сошлось. Немножко картину поднимаем вверх с помощью киянки. Одеваем картину снова, чтобы вошла во все подготовленные наши. И киянкой уже подгоняем по месту. Все у нас получилось. Картина на месте. А весь инструмент, который показан в этом фильме, можно заказать в интернет-магазине кровельного инструмента и оборудования www.mechanikaspb.ru www.mechanikaspb.ru. В этом большом интернет-магазине кровельного инструмента можно выбрать себе любой понравившийся вам кровельный инструмент. Территориально интернет-магазин находится в городе Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, офис 511. На сайте представлено огромное количество инструмента кровельного, разные цены. На любого покупателя доставка, оплата, возврат. Вот сейчас хиты продаж. Чертилка,
янки, роликовые листогибы, клещи кругленные, рамка двойного пальца, ножницы, клещи кругленные, ножницы пеликан, рамочные клещи, косяк, зажим, любой кругленный инструмент и оборудование, которое вам интересно, можно выйти на меню и посмотреть любой кругленный инструмент.